Эй, всем привет! Я рад, что вы зашли на мой канал и вам было интересно увидеть, без каких же девайсов я не выхожу из дома. Конечно, у каждого это совершенно разные девайсы, совершенно разные вещи. Кто-то не может выйти из дома без планшета, кто-то без смартфона, кто-то не может оставить дома кошелек или документы. Сегодня я расскажу о нескольких девайсах от компании Xiaomi, без которых я практически никогда не выхожу из дома. Итак, на первом месте вот такой вот рюкзак. У меня на канале уже был опыт использования данного рюкзака. Сейчас данного рюкзака в продаже нет, и найти его в Китае практически нереально. Может быть, разве что где-то на Алиэкспрессе завалялись. Но ему есть много альтернатив, современных, более интересных в цветовом решении, более интересных в дизайне. Так что этот рюкзак от Xiaomi — это действительно годнота и находка. Как правило, я забиваю его различными ништяками и выхожу только потом на улицу. А какими ништяками я его набиваю, смотрим дальше. Очень важный девайс для защиты вашего зрения – это очки. Очки, которые защищают от ультрафиолета и от синего излучения, которое излучают наши смартфоны, планшеты и экраны мониторов. Эти очки прячутся вот в таком прекрасном чехле. В комплекте помимо тряпочки и самого кейса вы получите один комплект носоупоров, вернее два. Один будет на очках и один вы еще сможете заменить, если у вас достаточно маленький нос. Ну и, конечно, вот эти дужки вы также сможете сменить. Очки я использую практически каждый день и почти всегда беру их с собой. Очень годный девайс, ссылку, где можно купить его по низкой цене, я укажу в описании. Я более чем уверен, что многие из вас не мыслят своего выхода из дома без смартфона, потому что современный человек завязан не только на связи, на мобильной связи, но и на различных социальных сетях и сервисах. Это сервисы локации, это различные локальные сервисы, которые помогут вам, например, все время быть на работе в качестве удаленного сотрудника. Это Xiaomi Mi 5S, и этим смартфоном я пользуюсь более полугода. Я им более чем доволен, у меня есть на основном канале его обзор, и есть опыт использования на этом канале. Можете посмотреть, кому интересно. Данный девайс – это лучший смартфон, который у меня был в руках за эти деньги. Носимая электроника последние несколько лет набирает все большую популярность. И Mi Band 2 и не является исключением. Mi Band 1, Mi Band 1S – все эти девайсы у меня были и на обзоре, и на тестах. А вот Mi Band 2, конечно же, тоже был у меня на обзоре. Это что-то новенькое, это что-то более интересное. Это не просто носимый девайс, это часть вашего смартфона, если хотите. Мало того, что он может будить вас приятными вибрациями, мало того, что он считает ваши шаги, калории и расстояния, так эта малютка еще и принимает все уведомления, которые приходят на ваш телефон, и, конечно же, показывает их на экранчике. И к тому же еще и приятно вибрирует. Поэтому, ребят, этот девайс крайне необходим тем, кто не носит смартфон в руке, тот, кто носит его в рюкзаке, в карманах джинс, в карманах одежды, где угодно, где можно пропустить совершенно важные звонки и смс, вот этот девайс крайне вам поможет. Ссылка, где его можно купить по низкой цене, будет в описании. Еще один девайс, без которого ютубер не может выйти из дома, это, конечно же, камера. Конечно, брать мощную камеру от Panasonic — это не совсем рентабельно, но вот такую малютку от Xiaomi можно, конечно же, с собой таскать везде. Это экшн-камера Xiaomi i4K. И данная камера снимает просто восхитительно. У меня также на нее был обзор на основном канале, можете посмотреть. Ну и, конечно, опыт использования на нее тоже я снимал. Данная камера снимает не только в 4K 30 кадров в секунду, но и восхитительные 60 кадров при разрешении Full HD 1080p. Так что данную камеру крайне рекомендую всем, кто интересуется мобильной съемкой высокого качества. Эта камера покупалась, кстати, на Алиэкспрессе в официальном магазине eTechnology. Ссылка будет в описании. Ну и как современный человек, как большинство современных людей, я очень люблю слушать музыку. Эти наушники являются гибридными, то есть они очень круто звучат, очень круто воспроизводят и высокие, и низкие частоты. В комплекте вы получите вот такой вот замечательный чехол, который защитит их от попадания пыли и от различных недоброжелательных, скажем так, факторов. Данные наушники пользуются большой популярностью среди меломанов и среди аудиофилов, потому что они действительно круто звучат. Эти наушники очень долгое время у меня в использовании, и они в идеальном состоянии, благодаря тому, что сделаны из высококачественных материалов. Звук потрясный, цена отменная, ссылка на них будет в описании. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Если это видео вам понравилось, не забудьте его поддержать. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и пишите свои девайсы, без которых вы не выходите из дома. Конечно же, это должны быть девайсы от Xiaomi. Вдруг вы меня чем-то удивите. Всем хорошего настроения и пока! We'll be right back.